очень сложно разминаться. Нету практически никаких условий для разминки. Где-то там сбоку, на дорожках, по бетону. Ну и смотрите, у нас Синан Орен как включается. Ну и ну. Его товарищ в предыдущем забеге задал тон. Настроил его хорошо. Да, и посмотрите, как сейчас уже на обратном вираже. Вы посмотрите, какое преимущество сейчас у турка. Выход из виража. Не должно хватить его на финиш. Да, он не сбавляет, да. Еще посмотри, какой у него широкий такой бег. Бежит, держит свой темп. След за ним. 46-47 выбегает. 46-98. Я думаю, здесь тоже будет корректировка очень сильно, очень ярко. Наши соскучились спортсмены по соревнованиям. Не только наши. Очень хороший старт получается у участников. Турок очень классно вылетает из колодок. И посмотрите, уже на первом вираже двух соперников опережает. Ну, не слишком ли резво, Марин-то? Посмотрим. 400 метров такая коварная дистанция. В ней вот это чрезмерное желание. Ну, просто так сразу по обратной прямой бежать, как на финише. Добирает Алексей Лазарев свое сейчас. Прямая может быть более быстрая, бегущая. И вот финиш. Смотрите, Алтынташ держит темп. Лазарев на корпус впереди, накатывает турок. И на финише все-таки оказывается первое. 47-59, да. Понятное дело, что тут здесь прямо борьба получилась. Построены так забеги, как и на топ-соревнованиях. Вначале атлеты с чуть более медленным временем, да, затем уже более реактивные спортсмены. Поэтому сейчас 47-59-56 даже. Ого, вы посмотрите, как обновляют показатели электронные у турка. 47-65 у Алексея Лазарева. Ну, давай дадим должное. Молодцы. Так и на обратной прямой турок промчался. И потом на финише сумел еще добавить для финишного спорта.